спортивного клуба, который дважды завоевывал кубок кубков, один раз кубок, суперкубок, второй раз, правда, не смог суперкубок, но кубок кубков завоевал и во второй раз. Опасная атака, пас назад, вот сейчас опасный удар, гол. Да. Это красивая достаточно комбинация. Опять она начиналась с левого крыла атаки сборной клубов. Остро атаковали. И мяч тоже, так сказать, пас чуть-чуть назад. Дальше 11-метровой отметки. Такой хлесткий удар низом. Ренат Тасаев не тот, что был закрыт, что ли, так сказать, защитником, я ничего не видел. Но оттуда среагировать было очень трудно. И как, если не Олег Веретенников, забил мяч в ворот. Ну что ж, это Олегу Веретенникову не приплюсуется бомбардирское соревнование среди снайперов, бомбардиров, гулиадоров. Как хотите, опасно сейчас атакуют ветераны, но не удалась атака. Но гол есть гол. Тем более забитый Ринату Дасаеву, может, это вообще будет последний гол, который когда-либо забивали прославленному вратарю Ринату Дасаеву. А может быть, нет. Вот сейчас тоже хорошая атака. Удар воротом, чуть-чуть коснувшись перекладины, мяч уходит за ворота, не опускается за ворота. Мяч забил Олег Веретенников, номер 9. Ну, как видите, сборная в основном, впрочем, как и было на самом деле, составлена из футболистов киевского «Динамо». И второй гол. Напрасно я говорил, что это может быть последним голом. Преимущество сборной клубов России совершенно очевидно. В основном за счет скорости, за счет быстроты, за счет молодого... Сказано уже, я готовился сказать, Антон Иханищев. Второй. Итак, 2-0. 2-0 впереди футболисты сборной клубов России. Наверное, надо было оговаривать этот как-то иначе. Объявляет набор мальчиков 1985-1993 годов рождения для занятий футболом. Играли в олимпийском и молодежном турнирах. Это здорово. И несмотря на то, что матч, ну, такой матч, во всяком случае... Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Красивый гол ударом головой забил Максим Бузникин. Вот он, совсем, ну даже не юноша, я не знаю, отрок, что ли. Как хорошо он сделал, смотрите, мягко головой переадресовал, вот как часто пишут. Посмотрите еще раз, что хорошо, и этот пас хороший, пяткой. И вот в угол, который в данном этапе, то есть в данном моменте, не был защищен. Вот появляется Чанов. Ну, значит, 2 минуты остаются до конца первой половины встречи. Это условный сигнал. Сигнал. Я ветеран команды ветеран, но я не знаю. Во всяком случае, футбольный эпизод. Очень интересный, напряженный. Вот удар, вот он. Штанга, можно еще раз видеть. Что такое 11-метровый? Миланов, простите.
И вот состав. Значит, из Тритвилиса. Тенгишулакович Александр.